Итак, встречайте, это испанское предложение, это буквально сердце, мое сердце, el corazón, это мое сердце, моя душа. Итак, для вашей души, для вашего сердца, для вашей красоты, для вашего образа не только новогоднего, но и каждодневного, это предложение для тонкой натуры. Если вы женственная и тонкая, привлекательная дама, то это предложение растопит ваше сердце. Итак, серьги El Corazón, но у нас есть и кольцо, я уже сразу его предъявлю, не буду прятать, создавать интригу, потому что это распродажа, у нас нет времени на интриги. О чем я хочу вам поведать, что это драгоценное украшение, исполненное в серебре. Драгоценная, покрыта золотом. Но посмотрите, какой здесь тонкий шик. Вы видите, что здесь у нас по центру идет зигзагообразная дорожка. Она исполнена из серебра с алмазной насечкой. Вы посмотрите, насколько благородно, эффектно, крупно и красиво смотрится это предложение. Серьги El Corazón. Вот они уже на нашей модели Елене. В чем преимущество? А в том, что эти серьги с английской застежкой садятся идеально, абсолютно на любые ушки, на любые мочки. Если вы давно искали украшение, которое подойдет и на каждый день, и на торжество, вот оно, забирайте, радуйтесь и носите с удовольствием. Необычайно красиво. Вы знаете, очень нравится мне это предложение. Единственное, что меня расстраивает, что у нас их очень мало. Необычное украшение, но и, конечно, торопитесь, если приглянулись вам серьги El Corazón. Сердце мое. Мужчины, не дремлем, делаем заказы. Тем самым вы, кстати, откройте свое сердце и расскажете о своих искренних чувствах. Английский замок, наш вензель стоит проба, клеймо завода-изготовителя. Это важные моменты, потому что это ювелирное изделие. Посмотрите, какой ажур. Вот даже на оборотной стороне мы можем рассмотреть рисунок, ну а вся прелесть, конечно, с лицевой стороны. Вот она, дорожка. Знаете, мне напоминает и лунную дорожку. Мне напоминает и серебряный блеск, и это прекрасная возможность украсить себя. Если вам понравились серьги El Corazón, не упускайте их, положите их в свою корзину заказов. В течение часа вы можете дополнять свою корзину, менять, что-то добавить, что-то убрать. Так вот, не упускайте свой шанс. Итак, кому подойдут? Кому же подойдут эти серьги? Давайте разбираться, какому типу лица. Итак, давайте рассматривать. У нас есть специальная табличка, которая нам поможет правильно определиться. Итак, смотрите, какого типа ваше лицо? Определяйтесь. Итак, овальная форма, квадратная, круглая, трапециевидная, ромбовидная или трапеция, обращенная вниз. Вот у меня, например, лицо овальное. Я могу с удовольствием сказать, что я примеряла эти серьги перед эфиром, садятся прекрасно. Но у нас в коллективе разные есть женщины, и все, кто уже примерил эти сережки, отметили, что садятся они прекрасно, абсолютно к любой форме лица. Выбирайте и решайтесь. Вы знаете, это именно тот случай, когда серьги будут прекрасным подарком. Вы не прогадаете, потому что серьги El Corazón будут хорошо сидеть и на девушках молоденьких, и на девушках постарше, на женщинах бальзаковского возраста. А если тем более вы любите делать покупки на все времена классической формы, выбираете украшение, то серьги El Corazón — это именно то, что вам необходимо. Серебро, покрытие золотом и великолепная алмазная насечка. El Corazón, сердце мое. Итак, пускай сердечко забьется часто-часто от любви, от признания. Делайте подарки любимым.